18 сентября в кинотеатре «Иллюзион» состоялось открытие 11-го фестиваля датского кино «Датская волна». В этом году фестиваль посетил двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» режиссер и сценарист Билли Аугуст. В отношении «Счастливчика Перри» сегодня я с огромным удовольствием сегодня буду фильм представлять. Мне очень приятно, что у меня такая возможность есть. Я страстный поклонник российской культуры и музыки, и литературы, и всего того, что у нас ассоциируется с российской культурой. Поэтому я с нетерпением ждал, что я смогу сам быть на российской премьере этого фильма. Фестиваль открыла его новая картина «Счастливчик Перр» о молодом искателе счастья и свободы в Копенгагене 19 века, снятая по роману лауреата Нобелевской премии Кенрика Пантопиддана. Здесь будет интересный фильм, насколько я знаю, он был в конкурсе Каннского фестиваля, так что туда просто так не выбирают каких-то, какие попало. Так что верю в режиссера, он все-таки великий, поэтому верю, что фильм будет интересным. А уже на следующий день режиссер представил свое величайшее творение, признанное одним из шедевров 20 века. Картину «Пелле Завоеватель», уже вошедшую в разряд классики датского кино. Всего в рамках программы кинофестиваля представлено 6 картин, демонстрирующих разные грани многоликого кинематографа Дании. Special Air Kino.